Устали, мы вас посадим в автобус, довезем до следующего пит-стопа, восстановитесь. Питание организовано, спортивное, это шоколады, энергетики, орехи, все как положено. Раннее утро. Перед парком независимости собрался весь цвет областного суда. Служители Фемиды готовятся устроить велопробег, организованный в рамках реализации послания президента и поручения правительства страны. Со стражами правосудия стартует депутат областного маслихата, сотрудники областного акимата и прокуратуры, а также руководители и сотрудники государственных органов. Не остались в стороне и воспитанники велошколы Шымкента. Веломарафон охватывает 180-километровую дистанцию. Финиш – город Туркестан. Несмотря на несколько часов упорного соревнования, организаторы не считают маршрут сложным. Пропагандируем созидательность идеи Ельбасы Мангельгель. И, конечно же, мы пропагандируем предстоящий 7-й съезд Союза судей, который пройдет в октябре текущего года в городе Астана с участием главы государства. Маршрут не совсем сложный. Мы его специально отрабатывали, просматривали расстояние между пит-стопами. Все это было рассчитано. Во время поездки у участников веломарафона будет 5 пит-стопов. Там они смогут отдохнуть, набраться сил и, конечно, проверить свой двухколесный транспорт. Первая остановка через 40 километров после старта. Начальник межрегиональной транспортной инспекции Руслан Бексиитов говорит, что чувствует себя превосходно и готов продолжить свой путь. Как говорил Нельсон Мандела, если у вас плохое настроение, займитесь спортом. Спорт меняет нашу жизнь. Я увлекся велоспортом полгода назад. С тех пор не могу остановиться. В свободное время кручу педали без остановки. Во время сегодняшнего маршрута трудности пока не испытываю. Несмотря на то, что проехали более 40 километров, чувствую себя на все 100. Думаю, такие велопробеги станут стимулом для развития велосипедного спорта. К концу дня участники без происшествий преодолели почти 200 километров и добрались до назначенного места. Финишной прямой стала площадь имени Есимхана в городе Туркестан. Лидера веломарафона определять не стали. Каждый из участников удостоился поощрительного приза за выносливость.